этот день свой профессиональный праздник отмечают люди, целиком посвятившие себя военному здравоохранению. Те, кто самоотверженно спасают жизни солдат во время боевых действий, кто в мирное время решают задачи, связанные с охраной здоровья российских военнослужащих. Они не захватывают опорные пункты и не штурмуют укрепрайоны противника. Но их работа критически важна для сохранения самого главного – жизни солдат. В условиях специальной военной операции именно военные медики становятся теми, кто может повлиять на ход событий, обеспечивая первую помощь раненым. Порой они отправляются в самую гущу сражений, где каждый шаг может стать решающим. На плече сумка с перевязочными материалами, медикаментами и необходимыми инструментами. За спиной носилки. В сердце отвага и постоянная готовность прийти на помощь. Это и есть основное оружие в борьбе за жизнь. Настоящий медицинский спецназ, работающий в условиях, где каждая секунда на счету, а вражеский огонь вносит свои коррективы. Несмотря на это, наши военные медики сохраняют хладнокровие, верность клятве и высокий профессионализм. Настоящий подвиг совершили наши врачи и персонал полевого госпиталя, развернутого в Запорожской области. ВСУ нанесли по нему ракетный удар. Но даже в таких условиях медики остались на боевом посту. Командир медицинского отряда специального назначения Марата Хатагова контузило мощной ударной волной. Но даже в таком состоянии он нашел силы, чтобы помогать другим. Украинские военные знали, что в этом месте нет боевых частей. Находится только полевой госпиталь. Он и был целью. В какой-то момент загорелся модуль, где хранилась донорская кровь. Доктор, отвечающий за кровь и личный состав, рискуя жизнями, достали эту кровь. В этот же вечер она нам понадобилась. «Мы спасли благодаря этой крови тяжело раненого», — объясняет командир. Военные врачи совершили настоящий подвиг. Для некоторых медиков это был первый опыт работы в боевых условиях, и они справились на отлично. Сегодня мы отмечаем труд этих бесстрашных людей. Мы благодарим военных медиков, постоянно рискующих жизнью и продолжающих делать такую важную и нужную работу на передовой. Говорим спасибо тем, кто ставит бойцов на ноги в госпиталях. Ваша верность долгу, уверенность, мужество дарят надежду каждому нуждающемуся в помощи человеку. С праздником военного медика!